Добрый вечер, уважаемые любители бильярда, те, кто только к нам присоединился, либо те, кто смотрит с утра за финалом Кубка Европы по пирамиде. Мы с вами находимся в бильярдно-спортивном центре с таким же названием «Пирамида». Наверное, во многих городах нашей некогда необъятной родины есть такие клубы. «Пирамида» — короткое и емкое слово, которое очень многое объясняет любителям бильярда. 1/8 финала у девушек встречаются Диана Миронова и Елена Бунас. Елена Бунас выиграла раскат и отдала право первого вступительного удара Диане Мироновой. Вот спрашивали вы как раз, какая же температура в зале, достаточно тепло, но когда открываю дверь, то тянет такой сквознячок. Диана единственная девушка, которая играет в блузке с коротким рукавом. Нуждаются ли в представлении эти спортсменки? Вот даже не знаю, видели вы заставку перед матчем. Набросала кое-какую статистику, чтобы вам было понятнее. Диана Миронова, чемпионка мира, действующая чемпионка мира. В Виленгене в этом году победила. Елена Бунас также была чемпионкой мира. Но 3 года назад. Столько титулов у обеих спортсменок, что не вместятся они даже на одну страницу, наверное. А самые значимые турниры попытались мы вспомнить. Несколько этапов Кубка Европы в 2007-м выигрывала Елена Бунас, и финал также выигрывала. Диана Миронова в этом году выиграла 2 этапа, на которых присутствовала. Неточного разбоя пирамида раскатилась не очень широко, но игра была. Первый шар положен в лузу. Продолжение в угол. Аккуратно и точно выход на середину. Небольшая резка. Ну, к сожалению, камера сверху не позволяет в полной мере представить себе стол. Увы, как мы ни старались, не смогли поднять ее выше. Хотя вчера покоряли высоты, поставили стремянку непосредственно позавчера на этот стол. Еще до его перетяжки. Потом он, естественно, заново выставлялся по уровню, но даже наши похождения прямо непосредственно на бильярдном столе не дали каких-то там заметных отклонений. Игровое поле идеально ровное. Но это не значит, что шары будут падать сами. Конечно же, ошиблась на резке Елена Бунас. Вижу, продолжается у нас общение в чате. Очень отрадно, что вы до сих пор с нами следите. Вы уже
11 утра, а сейчас 5:30 вечера в Минске. И пишет Даксан: по традиции буду болеть за Лену, ибо хватит уже Диане всех чесать. Сленг, конечно, многим бильярдистам он понятен. Для тех, кто не знает, скажу, что чесать — это вовсе не обидное слово. Это значит выигрывать. То и выигрывать в одну калитку. Не признает фаворитов Диана Миронова, потому что сама уже давно является фавориткой любого турнира, на котором играет. Ну почему же чесать всех? Вот чемпионат Европы вспомним. Там было две белоруски, Виолетта Климова и Елена Бунас. И обе они победили Диану Миронову. Виолетта Климова в предварительном раунде и в Олимпийке Елена Бунас. Так что сейчас Диана имеет все шансы либо отомстить, либо Елена покажет, что она на самом деле объективно сильнее сейчас, чем Диана Миронова. В отличной форме Лена находится уже очень давно. Также одна из фавориток. Фомик спрашивает, можно ли пообщаться с игроками в зале после игры. Да, конечно, пожалуйста, все они вот как на ладони доступны, но некоторые уже разъехались. Женский бильярд не столь интересен, как мужской. Александр Поломарь уехал куда-то поиграть в бильярд в другой клуб. Да, подбой был, конечно, прогнозируемым. Если только допускать, что шар не падает в лузу, мне казалось, что никаких препятствий для результативной атаки тут нет. Аплодисменты в зале раздавали сейчас в адрес Ольги Шиловой, которая в контровой обыграла таки Арину Некрасову на последнем шаре. 7-7 у них там был счет. Именно на простых шарах. Ой-ой-ой, как выкатила Диана этот шар. Просто какой-то подарок от россиянки белоруски. Да, и любопытная информация. Юрий Николаевич Леонтьев поделился по поводу матча между Некрасовой и Шиловой. Некрасова в контре вела 7-0. И Ольга Шилова сумела собрать недостающие ей 7 шаров. Вот это да. Заслуженно были аплодисменты, конечно же. Но у нас сейчас все идет к тому, что Елена Бунас должна завершать эту партию в свою пользу. Удар, продолжение есть. Говорил я уже о том, что нахожусь как раз вот за этой лузой, поэтому на время замолкаю. Потому что находился вот в данный момент непосредственно на линии удара
И второй шар. 9 шаров в этой партии сыграла Елена Бунос. Так вот, нахожусь я как раз на линии удара, поэтому боюсь помешать девушкам. Женщины — это вообще существа ранимые, поэтому с ними надо как можно более аккуратно. Дима Харьков, видимо, Дмитрий из Харькова, спрашивает, как играет Жанна Шмаченко и будут ли показывать ее онлайн. Нет, не будут. У нас только один матч у девушек запланирован на сегодня. И завтра тоже только один, и это уже будет полуфинал. Два четвертьфинала. Два матча 1/8 финала у мужчин мы покажем. Это будут Поломарь Белоглазов, Александр Поломарь. И второй матч Мощтаков Кузьмин. После этого покажем четвертьфинал, один из четвертьфиналов у мужчин и полуфинал у девушек. Дойдет ли до туда Жанна Шмаченко, вот уж не знаю. Илья спрашивает, как идет Курта. Курта идет хорошо. Похоже, что Женя уже покинул клуб. Не знаю, не вижу я, по крайней мере, его сейчас. Выиграл он Андрея Ларионова из Молдавии в контре 6-5. А у нас началась вторая партия. Началась она так же, как и первая, с неудачного разбоя. Теперь отличилась в кавычках Елена Бунос. Это было. Очень тонкий свояк в середину не прошел. Пол борта, как говорится. И остался неподалеку вот, от центральной линии. Противоположную среднюю лузу сейчас будет атаковать Елена. Тоже сантиметров 5 мимо. Ну, 5 сантиметров от центра лузы, конечно же. А не от ее края. Два матча у девушек у нас уже завершились. Первый круг игрался у мужчин. Первый круг сегодня играется и у девушек. 1/8 финала. В четвертьфинале завтра уже встретятся Казакова-Шилова. Это определившаяся пара. Больше пока результатов нету. Притулюк Прохорова 1-0. Вот это, да, вижу. Еще один результат удалось мне подсмотреть. Татьяна Мелехова проигрывает Наталья Косяк 0-2. Неожиданно. Многие у нас зрители, которые считают себя экспертами и, наверное, заслуженно считают, говорили, что этот матч будет просто до поздней ночи. Нет, видим, что достаточно быстро развиваются события. Натали Косяк как будто бы почувствовала, что комментатор говорит именно о ней, и помахала мне рукой.
вряд ли, конечно, услышала, хотя играет вот на столе, который расположен справа, следующий, соседний от нашего телевизионного. Казус тут небольшой вышел, давным-давно переехала уже Наталья из Винницы в Киев. А у нас сохранились староватые данные, и порой мы указывали ее как играющую именно за Винницу. Попросила она исправить эти ошибки. Чем я, собственно, вчера и занялся. Ну, а сейчас Диана Миронова, которая иногда очень заметно нервничает, может начать серию. Да, серия будет. Знаю, что многие из вас постоянно интересуются результатами матчей, которые уже закончились, поэтому ненадолго прервусь, оставлю вас наедине с вот этой серией Дианы Мироновой и обновлю сайт ваш любимый billiardonline.com. Да, серии нет, но может быть Елена проведет серию. Хочется увидеть красивую атакующую игру, а не стандартные отыгрыши, которые практикуют девушки. Ну, собственно, не секрет, почему мы выбрали именно эту пару среди женщин, чтобы показать на ТВ-столе, потому что это атакующие, яростно атакующие спортсменки. Я думаю, здесь дело не затянется надолго.
встречи один на один. Завершилась и вторая партия, но завершилась она в пользу Дианы Мироновой. Казалось, позволила Диана Елене Бунас подойти к столу и развить свое преимущество. 2-0 было бы уже вообще угрожающим для Дианы, но Елена также не железная, допустила ошибку, и за что была наказана Дианой. Говорил я о том, что выигранных турниров очень много. И у Елены, и у Дианы. Это вот, у Дианы, в частности, это только за последний год то, что мне показалось интересным. Чемпионат мира и первенство мира среди девушек в Москве. Это проходило в клубе «Принц». Наверняка вы смотрели нашу трансляцию. Снова не точно с разбоя Диана. Поломари Кузьмин спрашивает Фомик в чате Лиги любителей бильярда. Александр Поломари и Вадим Белоглазов в 11 по Минску, 12 по Москве, соответственно. Павел Кузьмин в следующем запуске. То есть ориентируемся на 13 часов. Через 2 часа. Ну, если будут задерживаться матчи, то сразу после него. Как сегодня, после небольшой паузы, буквально 10-15 минут на разминку спортсменам, и мы продолжаем. Точность какой-то злой рок преследует эту угловую лузу, левую для нас. Цокнула так заметно языком Елена Бунас, но не получается что-то, пока не настроилась она на игру. Что-то пока мешает Елене, белорусской чемпионке. Неплохо, но несколько сильно. Остается игра со свояком. Да, именно такой вариант выбирает Диана. Подбой нет, не удался. Да, подбой. Легкое касание шара, который сдвинулся буквально на 3 миллиметра. Как тут не сказать о том, что Диана Миронова подросла не только в плане уровня спортсменки, а и просто по физиологии теперь удается и дотягиваться до и вот таких вот шаров, которые сейчас пыталась играть Диана. Пыталась сыграть, но ударила не точно. Вот Юлия Коваленко, подруга Дианы, спортсменка из Беларуси, принесла ей чашку чая. Даже странно, а почему это россиянки не носят Диане чай, а носят белоруска? Шучу, конечно. Хорошо, когда у спортсменок дружеские отношения.
счет во встрече Шмаченко-Трофименко, спрашиваете вы, сейчас пройдусь и посмотрю, минуточку. Ну, прошелся я по залу бильярдно-спортивного центра «Пирамида». Шмаченко 1-0 ведет. Непростой шар сыграет его Елена Бунос. Хотя, наверное, уже есть какой-то внутренний дискомфорт при атаке левой угловой лузы. Но я, тем не менее, вернусь к упоминанию матча Шмаченко-Трофименко, хотя бы потому, что, надо сказать, Наталья Трофименко, действующая обладательница Кубка Европы, в прошлом году выиграла она финал. В городе Киеве это все происходило. И ваш интерес к ней, конечно же, понятен. Да и к Жанне Шмаченко тоже. Экстра-класс у нас спортсменки. Самая-самая сильнейшая, самая лучшая. Ну, за некоторым исключением, кто-то не принимал участие в розыгрыше Кубка Европы этого года. Кто-то принимал, но не доехал, как говорится. Не смог попасть в число 16 лучших. Проклятие Монтесумы. Проклятие левой угловой лузы. Не падают туда шары. И не надо говорить, что плохое сукно или борта, или что-то еще. Сотни шаров сегодня сюда уже упали. Точнее, надо играть просто. Да, подойди и сыграй, если знаешь как. Ну, обещаю, клянусь, попробовать поиграть на этом столе. Не играл после перетяжки на нем. А так частенько доводилось. Вот посмотрите, вдоль борта продавила, шикарнейше оставила на игре. И что не так тут с оборудованием? Бильярдно-спортивный центр «Пирамида» — это клуб, где одни из лучших столов вообще, на которые мне доводилось видеть. В частности, вот этот четвертый стол, который мы приспособили под ТВ-трансляцию. Все постоянные клиенты клуба, спортсмены предпочитают играть именно на этом столе. Хотя проигрывающий постоянно жалуется. Это специфика игры. Победитель редко когда что-то говорит про стол проигравший. У проигравшего вечно то губа закусывает, то еще что-то. Почему нет Юры Пощинского? Вопросительный знак. Вопрос от Фомика. Ну, потому что Юрий Пощинский по итогам 4 этапов Кубка Европы не попал в число 32 сильнейших. В Москве он, кажется, играл, если я не ошибаюсь, и в Ростове, наверное, тоже. Но не принимал он точно участие во всех 4 этапах, поэтому не набрал нужное количество очков. У Юры вообще очень плотный игровой график, тренерский график и вообще жизненный график. Выбирает он турниры, на которых стоит играть, на которых не будет появляться. Но ничего удивительного. Надо расставлять какие-то приоритеты.
толстовато немножко попадает Елена. Шар не падает, и дуги не хватило. Был бы шар чуть подальше от лузы, то хватило бы этой самой дуги и винта. Опа. Бросила кий Диана Миронова, взяла перерыв на 5 минут, не понимая, что такое происходит. Ну что же, обижаться на случайный шар, такое бывает. Занервничала, явно занервничала Диана. Не самый свой лучший матч она проводит. Ладно, вернемся к игре. Через пару минут я же пока постараюсь раздобыть для вас какую-нибудь интересную информацию. Не уходите далеко от ваших мониторов. Скоро мы продолжим. Я думаю, что развязка будет яркой. Не,
Завершился перерыв. После перерыва первый удар в матче выполнила Елена Бунос. Не точно. Посмотрим, что предприняла Диана в перерыве. Я думаю, что она кому-то позвонила. Может быть, своему тренеру, либо, может, отцу. Никто ее сейчас в зале не поддерживает, а поддержка ей очень нужна. Для уверенности надо сыграть свояка. Нет, не идет. Хорошо, что подбоя не случилось. Иначе бы кий полетел вообще. В предыдущей партии после дурака от Елены Бунос Диана как-то неаккуратно поставила кий к стенке. Не бросила, но что-то около того. Вышел я проветриться также во время перерыва на улицу. Замечательная, отличная зимняя новогодняя погода сейчас в Минске. Небольшой снежок, легкий морозец. А в зале просто буря страстей. Так всегда, когда играют девушки. Простила Диана Миронова неточность при разбое Елене Бунос, а ей только того и надо. Подошла и начала забирать шары. Первый есть, второй, конечно, не очевиден. Не знаю, что тут у нас будет. Да, так на глазок, навскидку 50% брака. Шар забит, ошибка. Шар, ошибка. У Дианы Мироновой эту статистика хуже. Совершенно подупала. Надо сыграть несколько простых шаров. Не надо бросаться на безумные космические шары. Обычную тренировочную атаку провести. Не идет свояк. Но он и не был простым. Чужой в угол — это единственное, что сейчас есть из доступного на столе. Нету тут никаких новогодних распродаж. Ну, имею в виду, конечно, это метафора. Подставок на столе нету. Кроме вот этого одного.
Шар в лузе, продолжение. Продолжения нету. Ну что, самое время, наверное, мне прерваться и посмотреть, что же за другими столами. Подождите минутку, сообщу вам свежие результаты. Постепенно развиваются, как и у нас, события на соседних столах. Зарина Притулюк ведет 2-1. Играет она с Олей Прохоровой, как вы помните. Наталья Косяк, Татьяна Мелехова 3-1. Ну, самый скоростной матч. Перепечаева Конобеева 1-0. Максимова Науменко 1-0. Жанна Шмаченко и Наталья Трофименко 1-1. Просто накал страстей доведен до предела. Диана Миронова сейчас вскипит. Максимально сосредоточена и обозлена на саму себя. Бонус отыгрывается. Думаю, что сейчас вот отыгрыш явно это конек Бунос, потому что Диана будет бросаться на любой шар, который видит вот сейчас своя в середину. Он, конечно, играется, но никаких но, шар упал. Я продолжаю свою мысль о том, что Бунос надо отыгрываться в такой ситуации. Именно потому, что Диана настроена на атаку. Можно отыграться и выждать небольшую паузу и получить подставку от соперницы. Молодчина Диана тоже отыгралась, все спокойно. Thank you.
знаю, корректировали мы немножко звук в интершуме, потому что вы могли слышать и про пельмени, и про разнообразные вкусности, которые обсуждались возле бара. Сейчас оттуда доносятся магические слова. Флэш-дро, стрит-дро. Заседание покер-клуба какое-то. Ни для кого не секрет, что бильярдисты часто зависают на покере. А, кстати, про местную кухню, да, уже говорил я как-то. Очень вкусно здесь готовят, именно в бильярдном клубе «Пирамида». Даже Жанна Шмаченко подошла, вот когда наблюдала она за матчем Талов-Пивченко, сказала: «Очень вкусная у вас картошка». На что я не растерялся, ответила: «У вас сало». Хотя я сам небольшой любитель этого вида продукции. Но разговор поддержали. Ой-ой-ой. Елена Бунас допустила очень серьезный промах, и Диана Миронова сейчас может настучать. Один, два, парочка шаров тут видна. В дальний правый. Резко есть, но почему нет? Потому что в дальний левый, с левой руки. Но точно. Никаких проблем с правой руки или с левой. Рискованный удар. Понятно было, что останется шар в лузе, если попадет в губку. Ничего, одна подставка. Я считаю, далеко не партия. Диане не надо расстраиваться. Сравняла счет в матче с Зарианой Притулюк. 2-2 во встрече. У девушек игры проходят до 4 побед. Ну, это вам сразу становится понятно, если вы взглянете на плашечку, вот на надпись со счетом внизу экрана. Посередине в скобках указана цифра 7. Это снукерная практика, мы ее переняли и с удовольствием пользуемся. 7 – это максимальное количество партий, которое может быть сыграно во встречу. То есть 4-3, если у нас будет контра. Если вы не слышали щелчки в зале, уверяю, так и было. Похвалили Диану за эту атаку. За это вряд ли кто-то похвалит.
ошибается, бонус будет еще у Дианы шанс. Очень хороший шанс. Максимова Науменко 2-0. Это то, что удалось мне подсмотреть вот в текущий момент. Но многие задаются вопросом, почему Науменко и не было ее в числе 16 лучших. Да, не было, но Анна Елтонская не приехала, как выяснилось, это вчера на регистрации. Наталья Науменко, которая была в рейтинге 17-й, не растерялась и позвонила непосредственно в Европейский комитет по пирамиде. Ей сказали, да, можешь приезжать поиграть. И она, конечно же, сразу собрала чемоданы. И вот сейчас играет, к сожалению, пока для Украины не очень удачно. 0-2 это, конечно, еще не проигрыш. Шесть шаров у Дианы. Всеми неудобно свояка играть, ну, неприятно в обратную сторону разворачивать свою атаку Диана Миронова. Вот он, этот свояк. Собралась. 2-2, и все начинается сначала. Вот Виолетта в чате спрашивает, зачем надо было играть через стол Елене. Да, вопрос, на который сейчас вряд ли кто-то даст ответ. Завершился один матч у девушек. Натали. Наталья Косяк выиграла. Отправила Татьяну Мелихову, свою подружку, прямехонько домой. Да, неожиданно быстро. 4-1. Первый матч, который у девушек закончился в этом запуске. В предыдущем запуске вместе с мужчинами играли, вы помните, уже две пары. Казакова и Шилова оттуда уже вышли и образовали пару в четвертьфиналисток. Завтра девушки играют четвертьфиналы и полуфиналы. На субботу у женщин останется только финал, а у мужчин также полуфинальные встречи. Не скажу, что шикарный, просто отличный выход. Протяжка битка после сыгранного чужого. Игра на лузу, небольшой подбойчик, перевод этого же битка на соседнюю угловую. Ну, достаточно удачно. Под свояка нормально. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, стучит по борту стола Диана Миронова, не понимаю, ну как же так? Не понимаю. Ну что ж, 4 шара после удачного разбоя. Тоже неплохо. Не вижу, честно говоря, на столе серии в 4 шара для Елены Бунос, чтобы сравняться. Одиночные аплодисменты сейчас зазвучали в зале, едва слышно, но Елена Бунос слышит, поддерживают ее поклонники.
Ничего удивительного, выход-то получился просто великолепным. Надо как-то сейчас с серединкой разобраться, чтобы сыграть не один и не два шара. Он начинает со своячка. Аккуратно, куда выход будет. Ну и даже выхода не потребовалось. Упало два шара. Елена негодует, хотела она его оставить на игре, конечно же. В чате пишет нам Наталья Корнева, болею за Дианочку. Привет, Наташа. Все мы за нее болеем. Кто не болеет за Диану, болеет за Елену Бунос. Оно и понятно. Ну, здорово, что у нас есть интернет, который соединяет хотя бы виртуально подруг известных бильярдисток. Да, все закончилось для Бунос. Прямейший в угол. Оставить биток после контакта с прицельным шаром возле лузы, поэтому приходится играть другого. Без проблем сыгран. И рискну предположить, что сейчас будет атака через стол. Именно шаром, который был только что задействован. Ну, смотрит Диана на свояка. Да нет же. Два правых шара. Наше дело правое, мы победим. Конечно, существует риск, что шар не упадет. Лучше об этом не думать, надо просто играть. Свояк. Ой, сложный, нет. И такой шар сыгрывает Диана Миронова. Как быстро все меняется у женщин. Только что она нервничала, бросала окей, а сейчас вот две партии взяла. 3-2. Подвис матч для Елены Бунос. Вела она 2-1. И все казалось так прекрасно. Восстанавливает пирамиду. Диана Миронова активно общается при помощи своего смартфона с кем-то. Интересно, с кем, но если вам любопытно, напишите, я постараюсь узнать потом у Дианы. Хотя вникать в переписку, таинство переписки никто не отменял. Ах, вот оно что. Наталья Корнева пишет, что со мной общается Диана. Ну вот мы все и разузнали. Ну, раз уж Наталья нас смотрит... Подскажи, пожалуйста, что же такое ты сказала Диане, чтобы она вновь заиграла? На какую кнопку надо было нажать, чтобы Диана включилась? Было видно вот после первых двух партий, что она выключена. А сейчас, ну, просто действительно, как тумблер щелк. И пошла игра. Аккуратный своячок. Не побоялась. Сконцентрировалась на ударе, как мне показалось, сейчас чуть-чуть поторопилась.
несвойственная манера. Вот именно в этом матче бывают встречи, в которых Диана Миронова практически без замаха. Ну, может, один сделает для прицела и со второго отправляет шар в лузу. Сейчас несколько поторопилась. Бонус играет свояка. Неудачная атака, удачный отыгрыш. Отколовшиеся от пирамиды два шара стоят на такой, ну, практически на диагонали. И не будь ставки в этом матче столь высоки, можно было бы жахнуть через стол в угол. Спасибо Наталье Корневой, потому что вот написала она в чате секрет, как же включается Диана Миронова, как я и предполагал. Надо было поотыгрываться и сыграть просто на забой пару простых шариков, почувствовать именно эти шары, после чего играть в свою игру. Да, разыграться на простых шарах — это, наверное, очень действенный метод. Недаром его многие советуют. Бывают такие моменты, бывают в игре, когда просто кладка пропадает и не чувствуешь шар, не видишь нужную резку, точку на прицельном. Или видишь, но все равно шар почему-то не падает. И вот рецепт от Натальи Корневой. Первое средство. Простые шары. Отыгрыши, простые шары. Наверное, во многом это справедливо. Не только для женского, но и для бильярда вообще. Некоторые мужчины также играют. Конечно, техники и методики бывают разные. Лично я не знаю очень много, поэтому если вы знаете, делитесь своими знаниями со мной и с другими зрителями, буду озвучивать. Насобираем мы здесь энциклопедию психологии бильярда к концу турнира. Сильно болен. Хочется сыграть свояка вот на перерез стола, как вы понимаете. Вот это да, вдоль короткого борта с подбоем пирамиды. А можно-то сыграть, о господи, без подбоя чужим шаром, а с подбоем свояком. Да, ну, честно говоря, не знаю. Также с подбоем можно было сыграть, играя по длинному правому борту. Ну а сейчас что имеет Диана? Точнее, Елена Бунас после неудачного этого подхода Дианы Мироновой. Раскатились шары. Может начаться серия.
Повторюсь, но чувствую, надо сказать, непредсказуема женская игра. Случается всякое. Может быть, еще и ТВ-стол сказывается. Определенный отпечаток наносит на игру. Дополнительная ответственность, дополнительные нервы подключаются, конечно же. И думали мы, что этот матч завершится достаточно быстро. А нет. Мелехова косяк закончился намного раньше. Вот кто бы мог подумать. Букмекеры бы озолотились на таких матчах, поэтому, наверное, бильярд и не пользуется у них популярностью. В смысле, он бы пользовался, потому что результаты непредсказуемы. Но кто же будет делать ставки? Разбирающийся человек никогда на это не пойдет. Особенно в женском бильярде. Да и в мужском. Вспомнить сегодняшние встречи, которые мы вам показывали. Много чего удивительного наблюдалось. Тот же матч с участием белорусов. Белорусы и молдаванин Глушанин Дрангой 6-3. Тем более после начала первой же партии с разбоя и партия с кия от Виджая. Да, это не тотализатор, это просто какая-то лотерея. Превосходный удар. Не буду объяснять, почему. Если вы знаете, замечательно. Не знаете, просто поверьте. Но похоже, что Диана действительно мстит Елене Бунос за чемпионат Европы в Ханты-Мансийске этого года. А, едва-едва, казалось, шар вылетит, но за счет правильного винта на лузного от губки он, ну, засосало его в эту лузу. Простой шар и ошибка. Уже чересчур поверила в свои силы Диана Миронова, но ничего. Все ошибаются. Довольно-таки несложный, но рабочий. Так, надо было над ним потрудиться, над этим своячком, чтобы он свалился в лузу. И снова щелчки пальцев. Зрителей осталось не так много, как на мужской части турнира, назовем ее так. Но достаточно, человек 40 присутствует. Стало даже поспокойнее как-то. Бойчик случился. Но для начала надо играть чужого в середину, в правую сторону. Что-то придумать бы еще с выходом.
Ошибалась уже однажды Елена над похожим чужим в середину, но тогда шары стояли в полтора раза ближе друг к другу. Сейчас все-таки идет на атаку свояком. Это тоже разумно. Перерезает. Да. Подскажите, пожалуйста, счет у Приту Люкс Прохоровой. По-прежнему 2-2 там. А у нас все идет к тому, что Диана побеждает в этом матче. Нет, рано. Есть еще шансы. Еще может побороться Елена Бунос. Позиция закрытая, поэтому можно отыграться. Можно, конечно, попытаться рискнуть и атаковать. Удастся снова отыграться. Все верно, неверно, только похоже, что будет шар на игре с левой руки по длинному борту. Только вспоминали мы о матче Прохорова-Притулюк, как Прохорова взяла пятую партию, 3-2 она ведет. Ну, до чего предсказуемый человек Диана Миронова. Так и знал, что будет играть и сыгрывает этот шар. 4-2, Диана выходит вперед в нервном поединке. Да, уступала она 1-2, взяла 3 партии подряд и прошла в следующий круг. Ну, а мы на сегодня прощаемся с вами. Приходите завтра. Завтра мы продолжим в 11 по Минску и Киеву, в 12 по Москве матчем Паламарь-Белоглазов. Потом сразу после этого будет встреча Мачтаков-Кузьмин. А дальше посмотрим. Ну, если у вас еще не поздняя ночь, как где-нибудь, как у Натальи Корневой, допустим, в Сургуте уже не поздняя ночь, но уже достаточно поздний вечер, то вы можете сами сходить поиграть в бильярд. Я знаю, что многие чувствуют прилив сил и желание играть после просмотра таких интересных матчей. Ну, а завтра мы снова с вами здесь, на сайте billiardonline.com. Для вас работал Антон Игонин. Всего вам доброго. До завтра.